привет! А ты слышал, что будет проходить новогодний парад тракторов? И он будет проходить в нашем городе. Мне даже очень стало интересно, как там все будет проходить. Так что погнали! Эту колонну тракторов сопровождала полиция впереди. И вот наш первый трактор. И вы только посмотрите, насколько же он красивый. Вау, это просто превосходно. Но у нас их еще будет очень много. Давайте считать, сколько здесь будет тракторов. Итак, это первый. А вот это уже второй, тоже красивый. Да, это зрелище просто неимоверное. Ведь вы только посмотрите вот на этот трактор. У людей проявляется фантазия, как только кто может. Да, это достаточно круто, так что смотрите, как едут тракторы. И удивляйтесь фантазии людей. Пару секунд. Даже вот такой вот внедорожник с военными тоже украсил себя и проехал достаточно красиво, как и этот трактор за ним. Да, тракторов здесь правда очень много, но есть и другие машины, которые захотели тоже поучаствовать. И у некоторых нету тракторов, поэтому они просто взяли свои необычные машины и поехали, и украсили их. Ну и вот и проехали вместе с тракторами. Вау, это очень красиво выглядит. И этот подъезжает, вау. Прикольно, огни гонят так у всех. А на самом деле, самый необычный парад новогодних тракторов проходит в Швеции. Трактора наряжают огнями, прям как будто какая-то елка. И тем временем устраивали разные конкурсы по виду таких. Какой самый красивый наряженный трактор? В этого конкурса даже есть свое название «Новогодний парад тракторов в Доларне». Вау, вы только посмотрите вот на этот трактор, он, по-моему, самый красивейший. Ну, хотя были вот такие вот еще красивее. Вау, он даже помигал прикольно. И посмотрите, насколько же на нем много всяких огоньков разных, и это очень круто. Так, и подлазит наш второй, подъезжает трактор, тоже красивый, очень мигает, и наш четвертый. Вау, тракторов действительно много, и уже у нас на счете их 15. И вот такой вот едет, конечно, прикольненький, вообще прикольный, но украсил он себя неплохо, достаточно. Уже 16-й трактор, и вот уже 17-й, хоть и обычный, но красиво украшенный. Даже фуры сюда приехали, которые проезжали через наш город, чтобы порадовать просто людей, и украсились очень круто на свой выгляд. И посмотрите, даже вот эта фура тоже прикольно украсилась для просто проезжающей. Да, у каждого трактора есть свой особенный вид. И ни в одного из тракторов он не совпадает. Вы только посмотрите, насколько же они разные. Да, это очень прикольно. За этим можно очень долго наблюдать, за вот такой вот неимоверной красотой, ведь это вправду, посмотрите, обычный какой-то заброшенный трактор, может быть, был, но он такой красивый, вот, посмотрите. Этот парад начался в 2000 аж году, и как он начался, сейчас я ему расскажу. Здесь достаточно интересная и необычная история. По инициативе одного из фермеров, который захотел сделать какой-то праздник, то он нарядил свой трактор, и тем временем все люди ним удивились. И с тех пор начали другие фермеры повторять за ним эту схему. И так образовалась аж целая колонна тракторов, которая постоянно проходила через многие села, города и так далее. Даже военные на хаммере сюда проезжали, и они все равно нарядили очень красиво свой хаммер и выделились из толпы тракторов. А здесь будет прикольно. Посмотрите, какой моторный блок едет сзади этого трактора. Он все равно украшен, ребят. И это тоже украшен, но не настолько сильно. И это тоже украшен, но тоже чуть-чуть не так. И вот этот едет, он тоже прикольно украшен, таким с олененком вот таким. И эта фура, она, наверное, самая красивая фура из фур, которая проезжала. Ну, вот это тоже неплохая, но здесь менее большая фантазия. Но все же огоньков достаточно много. Кстати, я в своем городе, когда жил раньше, я вообще не наблюдал вот такой вот. И я не знаю, как вы наблюдали. Может быть, вы тоже это видели, как и я в данный момент в другом городе. Напишите в комментариях, мне очень интересно. Ведь у меня пошли слухи, то, что в очень малых местах и селах такие вот парады тракторов проходят. Ну а у нас уже идет уже 32-й трактор, и колонна все не заканчивается. Что? Сколько же их здесь будет? Можно угадывать только, но не понять. Итак, ребят, видим еще один трактор со звездой вот такой. Прикольный тоже, хороший интерьерчик у него.
прикольная фантазия, и вот такой тоже, такой немного скромненький трактор. И вот с так. тех пор, как другие эстрады заметили эту традицию, которая начала расширяться все больше и больше в разных городах и селах, то другие страны тоже взяли вот эту традицию. И эту традицию можно увидеть почти на любом уголке мира. Ну, например, в Европе и других эстрадах, которые проходят чаще всего, это в селах. И после того, как другие эстрады приняли вот эту традицию в себе, то люди просто начали восхищаться вместе с туристами, которые приезжали, чтобы посмотреть вот на это супер необычное и веселое у нас традицию. Кстати, а в твоем городе или селе есть такая традиция? Напиши мне в комментариях. Мне очень интересно, кстати. В моем лично есть. И да, у этого маленького трактора не пропала надежда, и он украсился тоже прикольно. Из тридяка едет машина, она очень красиво украсилась, очень много разных огней. Это было очень красиво, и она выделилась из толпы. А здесь еще одна фура, и у нее просто очень светились сильно огни. Да, это прикольно выглядит. И еще одна фура едет, все нам махают, а мы не махаем. Да, это такая-то тоже традиция. Еще одна фура, как видите, фура за фурой. Вот так вот, она тоже проезжает, тоже красиво. И еще одна фура. Да, достаточно их здесь много, чуть больше, чем тракторов. Ну ладно, это уже шутка. И еще одна фура, что... Когда же вы уже закончитесь, тоже очень прикольный интерьер у нее. И наконец-то идут разные тракторы. Вы только посмотрите, необычный трактор вот такой вот. И он тоже украсился и проехался. И уже 39-й у нас трактор. И это достаточно большое число для вот такой вот какое-то село у нас, как будто, ну, село-город, так сказать. И посмотрите, сколько же здесь этих тракторов. Колонны просто даже я не видел с той стороны. Тракторы будто просто ехали. Я уже даже, рука у меня затекла держать камеру, ведь это реально тяжело было. Я аж момент это ускорил, а где-то 15 минут они ехали. Да, как вы заметили, на этом рождественском параде тракторов были и не только трактора. Ну, потому что это уже настолько расширено в этих селах и городах, то, что некоторые люди просто разукрасили, как этот человек, свой велик и начали крутить разные трюки. И даже обычные какие-то хаммеры военные тоже позаимствовали эту традицию и решили проехаться вместе с колонной тракторов. И, в общем-то, очень много людей, которые захотели это тоже сделать. Прямо как эти тракторы. У кого нет тракторов, у кого-то есть хаммер, на котором можно очень хорошо проехаться и тоже удивить некоторых людей. Воу, этот трактор тоже позитивно выглядит, и он тоже в свой ковш положил какую-то игрушку прикольную. И вот такая тоже машина, какой-то внедорожник жесткий, и еще вот такой вот какой-то погрузчик, а не, это трактор, показалось мне. Ну да, тоже погрузчик какой-то трактор, тоже нарядился прикольно. И вот такая вот тоже прикольный трактор, себе в кузов положил какую-то белочку игрушечную. И тоже вот такой вот красивейший у нас трактор, да. Это очень все красиво выглядит. Видите, они даже в колеса ложат вот эти разные светильники, чтобы они очень красиво светились. И такая звездочка. А здесь прям очень массивный был трактор. Это тоже достаточно массивный. Как вы видите, здесь есть очень новые тракторы. Скорее всего, они уже, потому что у нас уже технологии идут, поэтому они уже вот такие вот массивные и выглядят. Ну, конечно же, есть и обычные, примерно как вот такие. Не, хотя не. Вот такой сейчас будет проезжать. А хотя они все почти одинаковые, я так вам скажу. Это единицы, чтобы какой-то трактор отличался. Вот как, например, этот, дашь? Да, он проезжает, и он опять обычный. Ну ладно, давайте посмотрим еще раз. И да, это тот же трактор вид. Итак, этот, он очень красиво наряжен, но это тот же самый трактор. Итак, этот проезжает, и... Да, это тот же самый трактор, что? Но они прикольно наряжены все же. И это опять тот же трактор. Я прям не могу посчитать. Итак, это уже не тот трактор. Да, наконец-то нам попался необычный трактор. Да, это все очень красиво выглядит. И уже едет 63-й трактор. А где колонна, наконец? Итак, проезжает, видимо, вот такой вот маленький, но супер наряженный трактор. Это просто удивило. И вот такой Дед Мороз, который всем махал. Мы ему тоже помахали. И вот наш окончающий трактор. Вы только посмотрите, насколько же он красивый. Поставь лайк, если он тебе понравился. А вот за ними уже и едет скорая помощь. Ну, на всякие случаи там что может быть. Точнее, это пожарная. Наше видео подходит к концу, а ты перейди вот на этот крутой видос, который у нас был прошлый, и пока!